Спасибо деду за победу. 35 крымских ветеранов получили медали к 70-летию Великой Победы. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. К каждому, кто по состоянию здоровья не сможет приехать на вручение, привезут благодарность домой. Череда награждений пройдет до самого праздника 9 мая. Всего в Крыму около 7 тысяч ветеранов. Это и ударники труда, и партизаны-подпольщики, и заключенные в концлагерях. Подробнее в сюжете Ирины Гратило. Среди награжденных и полковник в отставке Азат Григорян. Будучи солдатом, он прошел от Ростова до Крыма, чтобы в рядах советской армии освободить полуостров. Награда для ветерана не просто значок. Это память о том, как молодой парень воевал за родину. Для меня медаль воспоминаний, как мы строили мост через Севаш, для того, чтобы 51-я армия прошла вся и освобождала Крым. Я счастлив, что я вместе со всем советским народом, мой маленький народ армянский, воевал и по-русски себя не щадили. Эти люди совершили неоценимый подвиг и в сложившейся сегодняшней политической ситуации служат примером для каждого из нас. Западный мир, он перевернулся, но русский мир, он остается русским миром. Это люди, пример того русского человека, тех русских людей, которые несут в себе прежде всего нравственные ценности, прежде всего ценности, которые заложены нами предками. Власти города обещают выполнить все обязательства перед ветеранами, обеспечить жильем и предоставить все возможные льготы. Ирина Гратило, Андрей Трещук. Время новостей.